купил вот такую модель его вот написано. Powerbank. Дополнительная батарея, чтобы заехать на улице. Выглядит она. Собственно, выглядит она. Так, вот. Когда заряжаешь батареи, собственно, сейчас все покажу. Когда заряжаешь батареи, зарядное устройство отключено. Подключено зарядное устройство. Голубым цветом. Когда заряжается? Зарядное устройство отключено. Перестает гореть. Когда оно заряжается? Когда оно заряжается? У нее есть вот тут вот гнездо. Когда оно заряжается? Когда оно заряжается? Оно мигает красным цветом. Когда зарядится, она будет гореть полностью красным цветом. Заряжать можно на улице. Но что хочу сказать про такую модель. Заряжать только на 15%. И то заряжать очень долго. Иногда если телефоном пользуешься, можно зарядить на 5%. Поэтому заряжать очень долго и очень мало. Всем, кто будет такие батареи брать, не советую. Поэтому берите батареи другие. Когда она зарядится, будет гореть красный цвет. Когда она заряжена, вообще не горит. Когда заряжает, горит синим цветом. Когда она заряжается, она мигает красным цветом. Всем такую батарею брать не советую. В комплекте батареи идет провод, который можно заряжать и подзаряжаться от нее. Берите батареи подороже, помощнее. И в зависимости от марки вашего телефона, батарея для лично вашей марки. Всем спасибо за просмотр.